Друзья, доброго здравия вам! Майтрея с вами и Дахаб Египет. У нас такое рассветное состояние. Скоро взойдет солнышко, мир просыпается, птички поют, и люди просыпаются. И не просто просыпаются утром, а просыпаются по-настоящему, осознавая, что происходит, что это за мир вокруг нас, и вообще, что... кто мы такие, куда мы идем. Вот видите, пространство полностью такое плоское. И если вы подниметесь на телефоне, на самолете точнее, это тоже будет плоское пространство. Потому что Земля, она огромна, и за ледяным кругом тоже есть Земли. И наша цель – это не какой-то космос, куда нас пытаются направить, а узнать, кто мы, зачем мы здесь, и отыскать те порталы, которые помогают нам перемещаться. Очень много вещей, которые скрыты. Что такое пирамиды, как они действуют, как вообще зародилась наша цивилизация. Ведь ей не так много, как оказалось. Ну, я имею в виду самая последняя цивилизация, а их там было огромное количество. И самое главное, когда мы пробуждаемся, мы понимаем истинную суть самих себя. И нам не нужно внешние факторы, чтобы доказывать что-то. Мы ведаем, мы знаем, что творим. И это знание в самом полном проявлении его. Это не просто знание из книжек или из слов каких-то людей. Это знание первооснов, сути, бытия. И в этом знании происходит наше пробуждение. Пробуждение – это то, что когда мы начинаем осознавать мир, его яркость, его проявленность, или может быть, что мира никакого нет, а все это иллюзия, и мы просто видим что-то, то, что мы называем «я», то, что мы называем реальностью. А это все просто голограмма, то есть набор факторов, которые проявились. Но мы добавляем им проявленности как наблюдатели. И это очень, наверное, важно, если можно так сказать. Друзья, на самом деле мои видео не о том, чтобы что-то внушить, а о том, чтобы вы начинали познавать, открывали для себя этот мир. Не просто смотрели какое-то кино, а понимали вообще, что происходит. Не с моих слов, а сами. Исследуйте, открывайте, смотрите, понимайте. Вот о чем это все. И мое намерение – это дать вам возможность пробудиться. Потому что я именно для этого здесь, чтобы пробудиться самому и помогать пробудиться остальным. Могут наступить скоро темные времена, но они всегда с нами. И даже темные силы здесь для того, чтобы помочь нам пробудиться. Поэтому пробуждаемся, осознаем, становимся светлыми существами. Мы и есть существа света, светлые. А темные просто на время перекрасились, чтобы сыграть нами в интересную игру. Так что давайте поможем темным тоже просветлеть, тоже пробудиться. Во благо, друзья, я всем желаю счастья, гармонии, любви, прекрасного, чудесного дня. И скоро увидимся. До скорой встречи, друзья.